Сбегала, называется, в магазин. Хлебушек мой перестоял. Надеюсь, не опадет. Разогреваю сейчас духовку и быстро его сажаю. Смотрите, какой. Думала, ну успею, сейчас сбегаю быстренько, прям вот быстренько. И он как раз подойдет. Ну, как всегда. То там задержалась, то там огурчиков купила. Ну, это я здесь в местном ларьке. Брокколи купила. Кефир. Перчик мне один нужен, не хочу больше. Лимончик. Сыр. Это палтус стрелозубый. Это я хочу котлеты сделать. Ребенку сделаю, потому что муж не особо ест рыбные котлеты, по-моему. Так, что это? Филе грудки. Это лаврушечка. Это итальянские травы буду. Что я буду? Вялить помидоры я буду. Это для плова приправка, душистый перец, помидоры буду закрывать. Сметанка, это мне для кекса нужна. Кунжут для выпечки. Мазик. Орехи мне для кекса нужны, грецкие. Это холст. И крабовые палочки. Хочу сделать салат, так как у меня есть кукуруза, осталась, муж покупал себе для рыбалки, она не пригодилась. Стоит, поэтому купила огурчика, сделаю крабовый палочек. Ребенок очень любит у меня такой салат. Все, вот и все покупки. Сейчас буду начинать готовить.